Вот такой разнообразный город, город Алания, друзья. Утром был здесь дождь, сильно дождь был, теперь солнце и свежий воздух. Я очень люблю как-то после дожди погода, дорогие друзья, яркая погода, влажности нету, действительно интересный город. Поэтому все вас приглашаю здесь путешествовать, посмотреть, если есть у вас возможность купить недвижимость именно в городе Алания, друзья. Так что почему Алания? Некоторые меня спрашивают, почему Алания? Зима практически нету. Свежие натуральные овощи, фрукты. И развивающий город, друзья, стабильный доход, евро и доллар, друзья, и тепло. Хорошо. Для комфортного жизни, для здоровья, что нужно, все есть. 187 видов овощей, фруктов, друзья. Так что особенно вот это как-то человек всю жизнь работает, да? Всю жизнь работает. Вот это после пенсии жизни хочется уже нормально жить. Поэтому если в город Алани приедете, здесь себе по-другому чувствуете совсем. Недавно у меня здесь подписчики встречали на улице, они сами сказали, уже завтра возвращаем, говорит, улетаем, в Москве не хочется улетать, здесь хорошая жизнь, в самом деле хорошие друзья, у меня тоже есть чем сомневаться. Так что, может, сюда придешь, ставишь вот так. Чтобы видно было, что мы сейчас покажем вам, друзья. Короче, друзья, мы с вами находимся район Оба. Отсюда море буквально 700 метров недалеко. Очень отличное место расположения, друзья. Так что бассейн есть, детский бассейн есть, сад есть. И 5 этажей, 2 дома здесь. Но главный не бассейн, главный не сад. Главное место расположения, друзья. Я через балкон вам покажу. Рядом есть государственные больницы, друзья. Рядом есть торговый центр. Центр, метро, Кочташ, Тахтакале, все, вот это брендовый магазин, кафе, все, Билиски, друзья, это район Оба, уже новый центр считается, друзья, поэтому я вам хочу сказать, как-то район Оба, вам нужно еще более внимательно посмотреть, потому что район Оба, это широкий район, большой район, здесь богатые тюрки тоже живут. Почему район Оба быстро развивается? Потому что здесь гору далеко, чем другие районы, дорогие друзья. Например, Махмуттары гору близки. Здесь гору далеко, поэтому решили здесь центр делать, новый центр. Все, здесь мэр город тоже скоро сюда приезжает, друзья. Так что, друзья, сейчас я с вами хочу поделиться одной квартирой. Вот здесь, на втором этаже, покажи, пожалуйста, на втором этаже угловой балкон. 2+1, 115 квадратный метр, с мебелью, с бытовой техникой продаются. Отлично, в самом деле, друзья, отличный вариант. Вот такой огромный бассейн, детский бассейн тоже есть. Так что, если вам что-то непонятно, я вам еще раз повторяю. Мы готовы для вас онлайн снимать, через WhatsApp показывать, друзья. Если какой-то вопрос есть, как владелец компании, можете ко мне обращаться. +95 534 42 42 33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram. Давайте, теперь я вас приглашаю на втором этаже. Какая красота, облака, друзья. Вот это больница, государственная больница, через балкон видно. Огромный, большой больница. И напротив еще есть торговый центр, метро, друзья. И поликлиника, стоматология, аптека. Все близко, в самом деле, друзья. Так что, вот в таком виде балкон, вот такой угловой балкон, друзья. Вы можете этот балкон даже застеклить. Получается еще одна комната. Очень хорошее расположение квартиры. Юг, запад. Вот юг, где море, вот напротив моря. И здесь запад. Очень хорошее расположение. И здесь напротив сад, бассейн. Ваш вид, короче, никогда не закроется. Как сейчас есть, всегда так будет. 115 квадратный метр, друзья. 2+1. Светлая, красивая, вкусная
квартира, в самом деле, друзья, очень красивая, мне понравилось. Большое окно, поэтому светлое, друзья. Так что, друзья, что я могу сказать? Вот эта красота, светлая квартира. Если вам еще дополнительная информация нужна, можете к нам обращаться. Как видите, она так продается. Холодильник, стиральная машина, духовка и вот эта мебель очень красивая и выходит стоимость. Итак, друзья, если вам что-то не нравится, я вам еще раз хочу сказать, вы можете заходить еще на нашем сайте arbatoms.ru. Через наш сайт или любой кошелек вы можете найти недвижимость, друзья. Так что вот такой кухни, здесь барный стол. Вам не надо дополнительный какой-то стол купить. Еще есть здесь стол, друзья. Так что оператор, отключи телефон. И здесь есть еще вот такой красивое окно, да? Я люблю вот такое. Как-то здесь вот вода. И посуду помоют и посмотрите, кто чем на улице занимается. Все можно знать. Меньше знаете, больше. Хороший спит, так? Есть такой разговор. Меньше знать, крепкий спад. Есть такой. Да, такой есть, насколько я знаю. Итак, друзья, теперь мы с вами перешли куда? Перешли вот перехожая. Вот такой большой, широкий перехожая. Здесь мрамор. Вот мрамор. И я люблю как дома мрамор, в самом деле. И перехожая сразу напротив зеркала и шкаф. Мы с вами там были, с правой стороны. Есть зал и кухня. Общий санузел. Общий санузел. 115 квадратный метр, друзья, на втором этаже. Это по-турецки. Второй этаж по-русски. Третий этаж. Теперь два отдельных кровати и шкаф. Детская комната, друзья. Тоже светлая квартира, в самом деле. Тоже светлая квартира. Итак, друзья, вот такое окно. Красивый, хороший квартира. Сам только не хватает ковры. Надо ковры купить. Без ковру, мне кажется, квартира как будто голый. Так что вот теперь родительская комната. И здесь еще санузел есть. Родительский санузел, друзья. Сцена тоже есть. Я не забуду, сцена озвучу. Иногда люди думают, что я специально не говорю. В самом деле я забываю просто говорить сцена. Почему-то не знаю, забываю. Здесь тоже такое панорамное окно. Много окно. И большое окно, друзья. Очень светлая квартира. Итак, красивый, хороший. Тебе понравилось? Да, нравится, да? Красивее. Очень красивее. Итак, друзья, что я могу сказать вам? Что мы с вами смотрели? Смотрели 2+1, район Оба, город Аланья, который где есть государственная больница, новый центр, район Оба, друзья. Мебель с бытовой техникой продается. И на втором этаже еще один балкон есть. Еще один балкон. Вот в таком виде, друзья. Так что, если есть у вас какой-то вопрос, можете к нам обращаться, друзья. +90 534 442 42 33. Это мой Viber, WhatsApp и Telegram. Telegram. Все. Есть вопрос, зрители? Я вам спрашиваю. Есть вопрос? Всем удачи, друзья. Берегите себя. Пока-пока.